Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас мы с вами обсудим полезные свойства такого продукта компании Faberlic, как Ньютоник. На упаковке этого препарата вы видите головной мозг человека, что сразу говорит о направлении его полезных свойств. Они вытекают из особенностей его состава. Что в нем есть? Во-первых, есть сахара, мальтодекстрин и фруктоза. Во-вторых, есть аминокислота глицин. В-третьих, есть витамины. И в-четвертых, экстракт ромашки. Вот эти главные компоненты и оказывают тот набор полезных свойств, которые есть у этого продукта. Во-первых, он сладенький, во-вторых, с легкой кислотой, и в-третьих, он является очень полезным. В первую очередь для подрастающего нашего поколения, для молодых людей и для пожилых людей. И это связано с особенностями его действия, особенностями его состава. В этом продукте большое количество янтарной кислоты. Янтарная кислота является обязательным компонентом энергетических систем клеток. Она необходима для поддержания чувства бодрости, активности. Это резервный источник энергии, тогда, когда организм уже израсходовал основные свои запасы для обеспечения деятельности. Поэтому поддержание энергетики человека, борьба с хроническими утомлениями, борьба с хронической усталостью, оно все требует янтарной кислоты. Кроме того, янтарная кислота является одним из факторов регулирования иммунитета. Она повышает переваривающую способность иммунных клеток, которые начинают захватывать различные микроорганизмы и уничтожать их. Второй компонент, который определяет направленность деятельности этого продукта, это глицин. Глицин – незаменимая для организма человека аминокислота, незаменимая, потому что она контролирует очень много функций в нервной системе человека. В первую очередь, это процессы восстановления. Восстановление после усталости, восстановление после различных повреждений и заболеваний, восстановление после нарушений кровообращения, восстановление после черепно-мозговых травм, восстановление после высокой температуры и ее воздействия на мозг человека, то есть последствия теплового и солнечного удара. Вот для того, чтобы нервные клетки восстанавливались, им необходимо очень своеобразное питание, которое обеспечивается поддерживающими клетками, не нейронами, а клетками нейроглии. А вот они являются главными потребителями глицина. И вот здесь мы сталкиваемся с очень своеобразной формой применения этого продукта. Это дрожжи для рассасывания. Почему? Когда вы рассасываете это дрожжи в полости рта, активные компоненты этого продукта быстрее попадают в мозг человека. И, соответственно, именно там будет оказываться его преимущественное действие. Что будет, если вы не будете рассасывать, а просто проглотите эту дрожжинку? Вам скажет большое спасибо ваша печень. Печень очень любит глицин. И если он попадает вовнутрь, до 95% всего глицина захватывается печенью. Естественно, для мозгов оказывается недостаточно. Поэтому в тех ситуациях, когда вам необходимо поддержать активность нервной системы, вы должны использовать этот продукт в виде такой вкусной конфетки для рассасывания в полости рта. А если вам необходимо поддержать вашу печеночку, например, после применения каких-либо экологически не очень полезных продуктов, употребления алкоголя, то тогда ее можно съесть вовнутрь, и тогда печеночка вам скажет за это спасибо. Кроме янтарной кислоты и глицина, и сахаров, такое дрожже содержит еще и ряд витаминов. Витамины группы В, которые необходимы для поддержания нормальных обменных процессов в организме. И еще один очень важный компонент – экстракт ромашки. Экстракт ромашки содержит комплекс растительных компонентов, которые обладают свойствами антиоксидантов и, соответственно, являются ловушками радикалов. А в процессе утомления человека, в процессе перегрузок его различными видами деятельности, в ситуациях воздействия экологически неблагоприятных условий работы человека, резко усиливается образование свободных активных форм кислорода, которые повреждают клетки нашего организма. И тогда антиоксиданты, которые входят в экстракт ромашки, начинают гасить
эти свободные радикалы и защищают организм от повреждающего действия различных неблагоприятных факторов внешней среды. И вот такой комплекс в очень удобной и приятной по вкусу форме кисло-сладеньких дрожжей для рассасывания предлагает вам компания Faberlic. Вы должны понимать, что направленность этого препарата позволяет его рекомендовать, начиная от маленьких детей школьного возраста и заканчивая пожилыми людьми, поскольку для поддержания функций нервной системы компоненты этого продукта являются крайне необходимыми. Точно так же они необходимы и спортсменам, и любым людям, которые испытывают тяжелые физические нагрузки, потому что и глицин, и янтарная кислота – это компоненты восстановления функций организма при различных неблагоприятных воздействиях. Пользуйтесь этим продуктом, ускоряйте свое восстановление, повышайте свою жизненную силу и активность, и вам будет легче жить. Помните о том, что этот продукт желательно применять в первую половину дня, поскольку он может снизить потребность во сне. Не забывайте об этом. Но в первую половину дня он является крайне необходимым для вас. Теперь вы понимаете, какие полезные свойства связаны с этим продуктом, как его продвигать на рынке, кому и как рекомендовать. Удачи и успехов вам в продвижении этого очень полезного продукта.